Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 44-летней жительницы города Ульяновска, сотруднику УФСИН России по Ульяновской области, причастной к разглашению сведений, составляющих государственную тайну. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурантка сообщила двум заинтересованным лицам из числа своих знакомых сведения о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудника УФСИН, достоверно зная о том, что указанные сведения составляют государственную тайну, имеют степень секретности секретно, а указанные лица не имеют допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ в отношении жительницы города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение государственной тайны», за которое может быть назначено наказание сроком до 4 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления.